Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек «Big Steps». Шикарное начало, да? Прям прелесть, да? Голос такой красивый, такой сочный, красивый голос, да? И музыка такая, начало музыка какая-то такая, знаете, немножко какая-то волшебная такая показалась, да? Да, классно, очень. А потом она такая ритмичная. И голос такой красивый, такой сочный, приятный, да? Голос. И очень красиво исполняешь. Так спокойно, ну, так сочно, да? Угу. Молодец, мне очень нравится. Очень красиво, очень красивые вот ноты эти пропеваешь, такие вот мелодичные. На-на-на-на. Красиво. Знаешь, не так там на-на, а именно так мелодично. Ярко. Прям очень. Красиво, да. Выразительно. Молодец, молодец. Голос очень красивый. Красиво все делаешь. Красиво подаешь вот эту вот музыку, этот текст. Молодец. Мне очень нравится. Профессионально делаешь. И музыка такая классная, да? Такая стильная, а? Так, ребятки, очень шикарный трек, да? Знаете, голос очень красивый, да? Очень красиво исполняет. Нежный такой голос, прям молодец. Так он красиво берет эти ноты, такие вот, такие, ну, красивые, протяжно, мелодичные. Протяжно, да. Было, классно. Молодец, очень талантливо сделал, да. И вот что интересно, своим голосом владеешь очень хорошо. По-разному исполняешь. Вот по-разному у тебя... На исполнении по-разному хорошо у тебя получается. И мелодично, и немножко ритмично идет. И опять вот меняешь голос, понимаешь, манеру исполнения. Музыка очень классная. Видно вот, что ты... Ну, давно занимается. Да, что ты давно этим занимаешься, потому что видно, потому что грамотно все сделано, талантливо. Угу. Мне очень понравилось, мне очень тебя приятно было слушать. Молодец, умничка, красивый трек. Очень интересный трек получился. Все у тебя сделано как положено. И музыка подходила к твоему треку. И очень красиво поставил точку в конце. Молодец. Ну, голос шикарный. Ничего не скажу. Шикарный голос. Так, ребятки, слушаем следующий трек. Как красиво исполняют, да? Угу. Скажи, как красиво поют, да?
голоса такие классные, немножко автотюн добавляют, да, и голос красивый, голоса сочные такие, и музыка такая классная, да? Мне очень нравится, молодцы ребятки, шикарно получается, все классно, грамотно, очень нравится, ребятки. Какая музыка классная, да? Нравится вот этот ритм, который, да, задаётся. Да, там же есть специально такой, так, да, там, классно. Там есть такой инструмент, который ритм подаёт. И такие, да, вот, ну, басы, они такие приятные. Слушай, классно, мне нравится. А как они исполняют, да? Угу. Как у них все схвачено классно, да? А вместе круто звучат вместе. Да, и слушать очень приятно, да? Угу. Мне очень нравится. Молодцы, интересный ребятки. Трек, приятный. Да, молодцы, хорошо у вас все звучит. Прям все классно. И автотюн добавляйте, где надо. Раз убрали. Раз, да, раз вкусняшку дали. Украшает трек. И исполнение стильное, да? Угу. Трек стильный. Ну, модно очень. Трендово, да, классно. Да, мне нравится, да. Голос тоже интересный такой, да, необычно звучит, да, так, ну, красиво мне звучит. Мне нравится вот, что вот этот артист Блуни, он исполняет так, что даже если он один, например, поет, кажется, что, ну, несколько разных голосов, то есть он умеет свой голос так подать, угу, что он звучит абсолютно по-разному. Угу. Хорошо, и вот молодец. Сейчас артист подключился, еще один, совершенно кардинально другое исполнение, угу, вот сейчас то, что мы слушаем, очень, угу, красиво. Интересно, да, вообще? Угу. Современно, да, но тут, стильно, тут, да, тут два артиста сейчас исполняют. Молодцы, ребятки, хорошо получается. Мне, угу, очень нравится, с удовольствием. Нет, интересно то, что они это могут так сделать, что кажется, что два и больше голосов звучит. Угу. То есть они могут своим голосом, ну, изображать несколько голосов. Угу. Интересно. Это очень, музыкальный, да, лайфхак называется. Да, как будто больше двух или, да, трех голосов музыкальный звучит. Музыкальный лайфхак, это уметь надо. Да. Это не каждый умеет. Это раньше именно такого тренда не было, кстати. Вот, ну, пели в одной манере весь трек, а сейчас принято сейчас разнообразие показывать. Да. Да. Вот в одном треке может быть разные направления. И разные и по-разному части, звучит, да. И по-разному, да, звучит. Несколько частей в треке, да, может быть. Да, интересно. Да. На жизни как во сне, не ложится, пока не пришло, не успеть. Именно поэтому это папа, именно поэтому был Миха, именно поэтому был ты так, чтобы ты не знал. Да? Угу. Классный трек, молодцы. И столько интересных, вот знаешь, лайфхаков. И как они голоса свои подносят, да, угу, преподносят, угу, нам. Нет, звучат вообще разные, как будто, да, знаешь, ну, 10 исполнителей. Да. Совершенно хорошо, по-разному. Да. Хорошо своим голосом владеют. Просто они музыканты, угу, они знают, как это делать. Это не просто. Нет, это же так надо придумать, понимаешь? Это надо, ну, это придумать талант. Это. Классно. Это талант, это надо все в голове придумать. Угу. Это все написать надо. Это не просто так. Слова написать, текст. Манеру исполнения, как надо. Ну и чтобы зрителю было интересно, да, слушать. А ну их, да, интересно слушать, я вот с удовольствием слушала. Молодцы, ребятки, очень талантливо, профессионально сделали. Голоса прекрасно звучат, ребятки, по-разному. Вы свой голос по-разному нам показываете, какой у нас, понимаете? Вы по-разному поете, голос меняете. Молодцы, ребятки, шикарно все сделали. С удовольствием вас слушали.
профессионалы настоящие. Мне нравится ваше направление. Молодцы, ребятки, хорошо все сделали. Пишите, не останавливайтесь, радуйте нас, ребятки. Мы вас с удовольствием будем слушать. Пока, ребятки.